Смотри видео внимательнее, в нем спрятаны промокоды на контейнеры. Здорово всем, братва, с вами как всегда Миха, и это снова Танки Онлайн. Поехали, блин, там сразу громовод меня прессует. Ух, там еще и фриз меня прессует, ребята, я отчалю от вас. Так, зашел я сегодня на аккаунт Антикиллер. Соответственно, буду снимать сегодня эту рубрику. По-моему, сегодня 12-й выпуск уже. Так, неужели это рейсовод меня увидел? Смотрите, вот сейчас я его опять обманул. Блин, чувак, да какого хрена тебе надо? Ну давай, езжай отсюда. А напомню для тех, кто, короче, не в теме. Суть рубрики заключается в том... Смотрите, он меня вообще не видит. Он меня просто не видит. Вот я прям слева от него захватываю точку. И ему просто пофигу. Так, это еще кто там лупит во мне? Уже мимо. Итак, напомню для тех, кто, ну скажем так, не в теме. Суть рубрики заключается в том, чтобы... Так, надо под нетрухой быстрее-быстрее пролететь. А чтобы на этом аккаунте достичь максимально возможного звания в игре, и при этом вообще не сделать, а постараться не сделать ни одного килла. Живи, живи, паря. Отлично, я тебя просто вылечил. Блин, ну фризовод на меня напал. Ну что ж тебе не хватает, а, чувак? А пока я с этим успешно справляюсь, как обычно, я по традиции скриншот вам... Опять гром вот этот. Вот это он меня тогда прессовал. Так, чувак, давай ты меня просто не будешь трогать. Давай мы с тобой разъедемся миром. По традиции скину вам в конце видоса скриншот со статистикой моего профиля. Чувак, вот что тебе надо, а? Давай ты, можешь свалишь отсюда, а? Иди отсюда. О, он даже башню не может довернуть. Опа, 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 опа. Ну все, парнишка, я точку захватил, теперь давай ты делай, что хочешь. Опа, а я увернулся, кстати, от него. А давайте, знаете что, он сейчас точку захватит, а я потом опять ее отожму. Так, 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 хопа, развели его маленько. Давай, точку-то захватывай, чувак. Блин, ну маленько ему не хватило. О, парень, парень, прыгай, я тебя подлечу, брат. Ну что ж ты как этот-то, ну елки-палки. А мы, конечно же, проигрываем. Ну естественно. Как же может быть по-другому? Потому что мне всегда достается команда от бога. А, ну на самом деле меня это вообще не пугает. А, я много раз говорил, что играть за более слабую, скажем так, команду для меня даже выгодней. Прицел бы ему сбить. Ну ладно, фиксим. Давай-давай-давай, ему сейчас... Ух ты, у него овердрайв. Вот этого я не предвидел. Ну еще бы. Играть в проигрывающей команде, в более слабой команде, для меня на самом деле выгоднее, чем просто, например, кататься по карте. Тихо-тихо. О, пацаны, пацаны, я сейчас даже занарю ради вас. Так, давай, живи-живи-живи. Ну куда ж ты поехал-то, чувак? Все, вроде всем помог, и сейчас еще точку захвачу. Так-так-так-так-так-так-так. Спасибо, брат, мне пока помощь твоя не нужна. Иди сюда, я тебя вылечу, чувак. Куда ты, куда ты, куда ты? Во, все четко, красава. А, жалко, конечно, что вас никто не бьет. Я бы сейчас вас хоть маленечко лечил. Может, сейчас рельсовод ему даст? Да. Вот им обязательно надо меня. Ну, парни, ну, ёлы-палы, а. Так, 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 так. А, надо, я думаю, сейчас использовать овердрайв. Специально я на точке это делаю. А для тех, кто в курсе, понимает, что... Когда ты на точке жмешь овер, у тебя мина не появляется. Блин, у этого тоже овердрайв. Да вы задолбали. Смотрите, дальше, как я его развел. Просто четко. По красоте. Опа, еще раз развел. Давай, Вася, давай, жги его, жги, 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 чувак. Отлично, просто, просто супер. Блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то не понял. А где моя мина-то? Это вот моя мина, что ли? Не, пацаны, дайте-ка я на всякий случай самоуничтожить. Так, главное, что я киллов не сделал. Это вот, наверное, моя мина. Да-да-да, вот моя мина была. Как он на нее вообще просто чудом каким-то не наехал? Вот я вам отвечаю. Я думал, все, прощай очередной аккаунт. А вот на самом деле вступать в такие замесы мне становится все больше и больше опасно. Потому что вот где-то ты с кем-то плечом к плечу... Так, парень, иди-ка я тебя сейчас вылечу. Аптеку не трогай! Не трогай, чувак, аптеку. Ну зачем? Ну зачем она тебе нужна? Вот смотри, я вылечил почти полностью. И он все равно ее отхавал. Молодец, ты просто красавчик. Ух, нифига себе, там целая делегация едет. Сейчас еще мне овер свой даст. Я же говорю,
Так, тут моя мина. Парни, давайте я вас пока полечу, пока я... Пока я на фуле. Ну, что-то да, что-то мы начинаем нагибать. Это меня немного напрягает. Сразу, вот видите, когда наша команда не нагибает, я могу захватывать точки. Я сразу в топе. Как только мы начинаем выигрывать, точек захватывать... Да блин, отвалите вы от меня своими овердрайвами, ёлки-палки. Как только наша команда начинает тащить, сразу точек для захватывания нету. Ну и все, мой опыт просто падает, и я опускаюсь куда-то на днище, самое днище турнирной таблицы. Ну это капец вообще какой-то. Эти еще овердрайвы, мне сейчас прям, наверное, последние... За последнюю минуту мне раза 3-4, наверное, овердрайв дали. И каждый раз появлялась мина, ну нафиг мне это надо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, вот этот, тот там лупанул. Прям как следует. Это гром какой-то. А, это вот он, это он. Так, давайте, парни, лупить его. Вот сейчас бы всем вот овердрайв как раз дать бы, да, прям всем пятерым, ну почти. Там что-то чувачок был вдали. Так, братишка, поехали на точку, поехали, не ссы. Я даже занарю скорость. У меня, кстати, маленечко припасов появилось. Опа! Вот этот прыжок, я тебя лечу, не боись. Так, ты главное меня сейчас прикрывай. Потому что по мне сейчас будет лупить, наверное, вот тот чел. Все, красава, тебя-то я ж по-любому как-нибудь защищу. О-о-о-о-о, огнемет в теме, огнемет, кстати, в теме. Сразу поехал меня гасить, сволочь. Ну да, они сейчас это уже на таких звонках более-менее шарят. И так, конечно... Ух ты, чувак, иди-ка сюда. Ты мой хороший. Все, сейчас хана тебе. Сейчас вообще всем хана. Так, давай, лечу, 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 лечу. Смотрите, зитка как тащит, нифига себе. А вот проблема в том, что она теперь это... Как вам сказать-то? Она ж теперь не тушит танк и не размораживает, и поэтому он продолжает гореть. А так я бы, наверное... Блин, счет-то какой, ёлы-палы. Чуваки, да отстаньте, что ли, от меня, в конце концов. Давай, 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 давай. Блин, жалко, нельзя киллов делать. Я бы сейчас их всех ушатал. Вот отвечаю, ушатал бы прямо всех. Так, чё там, кто? Блин, этот опять на овердрайве. Ну как так-то, а? Тихо, тихо, паря. Аптеку-то не трогай, я ж тебя вылечу. Блин, братва, давайте лупить их. А, аптеку не успел сожрать. Мы сейчас так проиграем, ё-моё. Так, надо валить. Нифига, смотрите, они вообще вдвоем катаются. Вы видали, какие два челика, да? Так, давай, 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 поехали, поехали, поехали на точку С. Они, походу, как будто это такое ощущение, что они вообще как будто по связи разговаривают. Ну, типа на голосе, короче. О, смотрите, 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 он чувачок-то там, да? Блин, зря сейчас на аптеку наехал. Так, вроде меня там никто не преследует. Хоп. Хоп. И все, поехали отсюда. А, кстати, у меня на этом аккаунте скоро звание. Скоро звание. Я, правда, не помню, какое звание будет после капрала. А, по-моему... Да не, я даже не помню. Чуваки, напишите в комментах, что ли. О, смотрите, как они точку держат. А, кстати, тот парень-то поехал на захват точки? Не, ему вообще пофигу. Смотрите, вот я у того... как его звать-то? Вулкана. Вулкана. Отжал точку. А, не-не-не, вот он только что поехал ее это. Блин, что вы творите? А я не дам тебе овердрайв, чувак. Все, давайте, погнали, давайте, все, валите, валите всех. А я сам уничтожаюсь. Вы уж, чуваки, извините. Главное, чтобы пропал моя минка, на остальное мне просто плевать. Давайте, точки, пацаны, минут осталось, елки-палки. Мать его, идти, поехали, блин. Попробую сейчас я сам тогда на точку С. Вот, парень, ну чё ж ты тут стоишь? Что? Они уже нас выигрывают, блин, ёлки-палки. Так, ну почему я не на вас пину, ё-моё, а? Так, давай, захватывайся быстрее. Да не, мы, мне кажется, ни хрена ничего уже не успеем. Так, а хотя, блин, 30 секунд еще. Чувак, жить. Я сейчас его затащу, смотрите. Просто на изи-катке затаскиваю. Блин, жми овердрайв, парень. Да мы должны выиграть. Вы чё, парни? Ну давайте, давайте. 21, 10. 10 секунд. Все три точки наши. 22. Все, мы затащили. Стопудово. Ну блин, ну вот это вот достойный бой. Вот это я реально понимаю, команда. Вот сейчас просто молодцы, просто четко сыграли.
Вот реально, респект вообще всем, кого вы сейчас видите здесь. А, кстати, мне часто пишут, типа, Мишаня, что ты с друзьями-то не играешь? А, ну, на антикиллере. Так вот, ребята, дело в чем? А, я еще раз повторяю, наверное, уже раз в пятый или в шестой, что на этот аккаунт, вот на Михаил Антикиллер, я добавляю только тех ребят, у кого в нике есть приписка Антикиллер. Соответственно, если у вас ее нет, то вы в друзья ко мне попасть не сможете, ну, соответственно, поиграть мы с вами не сможем. А, так что создавайте новый аккаунт и без проблем в друзья добавлю, создам группу и поиграем. Потому что сейчас у меня друзей, раз, два, три, четыре, ну, 10 человек. И часто их просто не бывает в онлайне, вот как сейчас, например. Соответственно, играть мне не с кем, я играю поэтому один. А, так что если хотите ко мне в друзья именно на этот аккаунт, создавайте новый, чтобы у вас в приписке был... Было вот это слово антикиллер, и я вас добавлю, мы без проблем покатаем. А, короче, ладно, ребята, вот такой вот ролик был, продолжаю здесь копить на комплект вампир. А, скоро звоночка, так что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!